Я очень боюсь этих дорожных конфликтов, потому что на пустом месте люди могут калечить друг друга, травмировать, потом уголовный ответ. Ну, короче, ужас какой-то. Хамство на дорогах. Ну, сейчас как-то стали меньше хамить, но у нас все-таки страна, видимо, в чем-то недоразвитая. И у нас очень, так знаете, по принципу сильный-слабый. Крутая тачка, но мы тебе не нахамим. А ты едешь на какой-то маленькой дешевой машине, ну, держись, чувак. Мы тебя ни во что не ставим. Это есть на дороге, это очень сильно чувствуется. В Америке, например, не так, я там ездил. Вот. Но хамство, оно не только есть на дороге, оно вообще у нас имеется. Хотя в центре Москвы его становится все меньше.